Бойцы поисковых отрядов «Китиш» и «Азимут» вместе с добровольцами провели исследование места предполагаемого неучтенного воинского захоронения 1941 года. На пустыре в северной части деревни Насонова были захоронены павшие в военные годы красноармейцы. По словам командира отряда «Китиш» Антона Кузнецова, захоронение проводили местные жители в оккупированной немецкими войсками деревне. В советские годы исследование братской могилы не проводилось.